Друзья, переходите в наш новый телеграм-канал. Там будет много эксклюзивной информации, собранной специально для наших подписчиков. Ссылка будет в описании и комментариях, а также в шапке канала. Скандальная Анастасия Волочкова отреагировала на тиражируемые в сети слухи. Заочно похороненная сплетниками, балерина распекла недоброжелателей в сети. Накануне танцовщица стала звездой ролика в интернете, в котором заговорили о ее диагнозе – циррозе печени. Якобы болезнь развивается стремительно и уже достигла серьезной стадии. В своих социальных сетях танцовщица отметила, что регулярно сдает анализы в проверенных местах, где у посторонних лиц нет доступа к ее медкарте. Волочкова хотела бы подать на злопыхателя в суд, но вычислить информатора пока невозможно. «Я смирилась с тем, что виртуально в моем доме, в моем дворце живет полстраны. Один негодяй пошел еще дальше, он полез, прости Господи, в мою кровь. Я не шучу. Я еще у гинеколога была. Вам как представить анализы? Мне абсолютно нипочем, что вы говорите, потому что я счастливая женщина, счастливый человек.